солиста Академии оперных певцов Мариинского театра на сцене театра «Наш дом». Это уже второй концерт в Химках в рамках пасхального фестиваля. Исполнили классические арии, романсы и песни военных лет. Они настолько не монохромные, они настолько разные. И публика, например, хорошо разбирающаяся в опере, она что-то свое унесет в первую очередь, наверное. А широкий зритель, как бы люди, которые ловят знакомые песни, они были в восторге. Слушайте, а как прозвучали, например, «Лапти»? Художественный руководитель академии Лариса Гергиева, народная артистка. Наставник опытный, каждый раз совершенствует концертную программу. Мы действительно очень рады приезжать сюда, потому что такой необычайно теплый прием. И даже я не имею в виду какие-то долгие аплодисменты, какие-то невероятные там крики «Браво!». Нет, я имею в виду вот такое внимание, с которым слушает зритель. По-настоящему сильные голоса, виртуозное исполнение и любимые песни. Зрители не остались равнодушными. Очень хорошие голоса, баритон прекрасный. Вообще, да, собрано это что-то. Собрали действительно хороших молодых кадров, и действительно, которые уже талантливых. Для жителей Химок концерты очень нужны тем, что мы живем этим, как будто мы молодые. Вот. Нравится нам. Такие концерты артисты Мариинского театра дали всего в двух подмосковных городах. Химки в их числе. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.